Всем здорово. Все, я, короче, прям сразу запустил. Сейчас будем лутать. Так, нам надо еще бьянку там какую-то будет найти. А что они тут втроем собрались? Тогда тихо. Я типа не хочу голема байтить. Ну, а он забайтился. А что они так? Ясно, сейчас мы против... Короче, вчетвером против голема. Короче, 4 на 4 будет, только с ними еще и голем. Я подумал, какая странная паутина. Так, а вот пауки, это уже не айс. Ладно, может получится только пауков забайтить. Окей. Дурацкие пауки. Нет, за что, бля. Как скажешь. Здесь. Ну, привет. Да, верно. Что я говорил? Хех, ну здравствуй. Готово. Next пачка. Промах, промах. Приди и возьми. А, помогите. Конечно. Не, взял, что потратил теперь? Удар. А, нет. О, новый уровень. Почему я не могу выстрелить? На нас только паук забайтится. Видите, как он бежит? Да ну да. Тупо атакует. На. Это ты сам напросился. Ну нет. Ты так легко от меня не отделаешься. Да. Готов. Все, надо тех челов забайтить. Правда, с големом. Ой-ой-ой. Они забайтились, я понял. Бля, то, что с големом, плохо пошел. Давай не мешкать. Это уже другое дело. Направь меня. Короче, хилок у меня 7 штук. Ну нет, у меня, по-моему, не 7 штук. Что, 7 штук? У меня же было 2 пачки хилок. Ну, типа, обычной целебной припирки. А я не могу сделать. У меня нету, интересно. Мало зелья лириума. Только лириум могу сделать, ну ладно. Создать предмет. Капец. Так, ловкость. Че еще вкачать? Сила воли. Сила воли. Это что? Сила воли отражает решимость и психическую устойчивость. Нет. Хитрость определяет способность персонажа к обучению многим навыкам.
Телосложение отражает здоровье и стойкость. Повышение этого показателя напрямую увеличивает урон, который персонаж может выдержать, прежде чем пойдет на поле боя. Блин, мне бы такую штуку, которая... не знаю, надеюсь, это оно. Надеюсь, сила будет мне прокачивать эту штуку. Ну, выносливость, типа. Ай. Ай. Что-то не... Так, подавляющая стрельба... Защитная стрельба. Окей. Кей-кей-кей. Так, F5. Ну, голем не сильно сильный. Не то чтобы сильный. Сломанный сундук, сломанный сундук. Это все там, типа. Я думал, тут в дом можно зайти. Ну, капец. Это типа микрогород. И сейчас тут до хрена будет кого. О! Кулялите. Рук. Чё? Рук, ты куда? Бля, голем. О. Записи Ортана. А куда рук убежал? Вон он. Тут для вас ничего нет. Это мое. Я это забрал по праву. Это голум. Как же ты собираешься меня выгнать? Кто ты? Что ты здесь делаешь? Ты пришел за моей собственностью. Все вы наземники одинаковы. Воры и головорезы. Голум. Я первым отошел. Ты уходи давай. За тобой темные придут. Да. Сглодают все косточки. Это мое имение, не ваше. Глодайте свои кости. Подожди. Ну сколько их можно? Они еще минус уши делают. Они не то что в игре атакуют, они еще и в реале атакуют мне мои уши. Ну, допустим, хочу сделать немножко сюда отойти. Раз и готово. Ну и погнали. Хорошо. Вот по одному. Опять Алистер стоит. Это уже слишком. Почему он опять стоял просто так? Храмовник? Храмовники — это воины, призванные наблюдать за магами. Нас дискриминация какая-то. Хуже с эльфами, чем. Так. Все, тут я, получается, залутал. Этот дебил куда-то убежал. Что тут вообще за город? Нормальный такой по размерам. А в смысле? То есть вот тут нормальная дорога, а она так бац, переходит в развалины? Или как это работает? Так, если к нему пойду, она бежит. Ай. Сейчас хочу тут все посмотреть. Сломанный сундук. Надеюсь, там нет пауков. Они меня не заметят. Почему он в паутине? Окей. Лутаем шахты. И тут еще челебасы. С големами. С ним даже поговорить нельзя. Ладно.
и там еще. Ладно, допустим. Капец, сколько тут големов. Так, что-то надо придумать. Так, надо, чтобы все сюда побежали. Сейчас ждем Лилиану, короче. Ну и первым надо пауков убить вот этих. Потом уже можно идти дальше там. Как скажешь. Сейчас надо просто лучше законтролить. Я плохо законтролил этих пауков. Так, надо F5 тут нажать. Фух. Так. Окей. Тут для вас ничего нет. Это мое. Я это забрал по праву. Клана? Нет. Но все равно оно мое. Рук тут уже много лет. И никакой наземник его отсюда не выгонит. Ты уходи, давай. Рук. За тобой темный. Мы должны драться. Окей. Вин. Ляну сюда. Придется драться. Все, челы, вы можете драться. Верно. К этому всегда и приходишь, верно? Защищайся, какие мы будут показать? Я чуть не оглох. Просто. Так что мне за руком идти. Так, F5. Ладно, погнали за этим челебасом. Привет. В принципе, что здесь понятно. Пошлите посмотрим, что здесь. Да. Ку. Убирайтесь, это мое. Все добро, что тут есть, мое. Это лагерь Бранки? Это мое. Я его нашел. Я прогнал ползунов. Теперь оно мое. Делайте, что говорю, или я тебя убью. Убедить, я ничего отсюда не украду, обещаю. Ты не возьмешь ничего, Рука. Ты не возьмешь этих блестящих червячков и эти милые камни? Если они такие цены, мы можем договориться. Рук не возражает. Может быть... Тебе что-нибудь на обмен? У Рука есть кое-что. Из лагеря иногда из паутины. Ты дашь ему монеток, да? Да. Ух, нифига у него всего. А, вот это можно купить. На... О! Плюс 10 к урону против мертвецов. А мор считается как мертвецы, интересно. Так, ну в принципе у него ничего такого. Можешь ему продать что-нибудь. Типа гномьего шлема, кольчуги. Драконья кость. Ну, кстати, 15. Надо будет посмотреть. Так, щиты все продать. Тут нема, тут нема. Так, а что у меня место так занимает? А... Болты, которые написаны почему-то, что это не болты. Хотя это болты.
О, посох. А, фиговый какой-то. Так, 13-20. Тоже можно продать. К доме длиннее меч. Maybe посмотрим. Окей. Что тут еще есть? Да, конечно. А, на верши меча. Нафиг надо. Нафиг надо. Нафиг надо. Так надо у него спросить, чё, кто где. Ты вернулся? Не за именем Рука, да? Не для того, чтобы красть. Нет, ты веришь, нет, нет, нет. Кажется, я встречал твою мать. Ее зовут Фильда? Нет. Не Фильда. Нет матери. Нет теплого одеяла, рагу, подушек и ласковых слов. Рук не заслужил хорошей памяти. Нет, 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 нет. Точно, я вспомнил, что это за задание. Не знала, что я знал. Который я там 20 лет назад. Очень злой. И тогда кто-то стал мертвый. Рука хотели послать в рудники. Если бы я попал в рудники, она бы узнала. Все бы узнали. Поэтому я ушел сюда. Когда ты ешь, когда ты вбираешь тьму, не так уже скучаешь по свету. Ты же знаешь, правда? Рук видит. Он видит. У тебя тьма внутри. Он что, тоже серый страж? Ты должен сообщить матери, что жив. Это пугающая мысль. Я серый страж, это совсем другое. Ты меня с собой не равняй, ты меня просто омерзительный. Ты должен сообщить матери, что нет, жив. Нет, нет, нет. Она не может. Она помнит мальчика. Маленького мальчика с ясными глазами и молотком. Нельзя ей показывать это. Поклянись, пообещай, скажи, что не скажешь. Но он достаточно... Ты предпочитаешь, чтобы она считала тебя погибшим? Да, да. Скажи маме, что Рук умер. Он умер, а кости лежат в паутине. И чтобы она больше не искала. Ой, ну Рук. Ты чё, это же маман твоя. Нет, ей нельзя знать. Поэтому Рук сейчас и в тьме, где громыхает и блестит. Ей нельзя знать. Ну хз. Типа, ну придет она и что такого. Ладно, это просто Рукич. Он нам особо не нужен. Ну так, чисто по заданию, микрозаданию. Так, а я подобрал обратно эти письмена? Письмена. Вот эти. Да, видимо, подобрал. Так, F5 тогда. А я думал, что за чел? Тупо микрочелебас. Так, там мост, там големы. Предлагаю, короче, сюда челиков этих байтить. Так, типа, стойте тут. А я буду... Тихо. С и выстрелов держать, попытаться, да? Призвать не всех. Надеюсь. Пырым-пым-пым. Надеюсь, там не все забайтились. Уже иду. Как пожелаешь. Окей, вот так вот по одному. Говори мне, что делать. Так, забайтились все. Надо, пока голем не пришел, быстро мелких убить. Неужели всегда придется убивать? Осторожно. Не повторяй. Надо присесть. Надо присесть. Эй, за что? Подожди. Ее-то за что? Так, где Алистер? Так, на. Сделано. Куда мне ударить? Реально?
минус Галеныч. А, подожди, кто умер? А, Лилиана умерла? Окей. Чё, всё? Чё, всё, чё, чё? Чё не проходит музыка? Всё вроде. Так, на ком я тут убежал? Короче, что... Какой минус? Минус, что хилок вообще нет. Одна штука осталась. Ой, чисто за арбалетом пришел. Как вкусно. Ями-ями. Чисто не осталось хилок, а там голем. Может, получится его одного сюда забайтить? Сейчас проверим. Я тебе нужна? Тогда тихо. Не то чтобы нужна, но нужна. Э? Че она вышла? Так, всем стоять тут. Я здесь. Они меня не заметят. Ой, немножко она забайтила всех. О, да неужели? Все, можете бежать. Неужели всегда придется убежать? Если получится так выбить всех големов, будет проще намного, даже без хилок. Сбьешь. Я бью женщин и детей, потому что я могу. Это уже слишком. Окей, восстанавливаем дыхание. Готех. Я не попал? Кек? О, попал. Уже иду. Ну бегите сюда. А, это лучники, поэтому они сюда бежать не будут. Сохрани нас, Создатель! Я их расстреляю. О, изи. Окей. Go next. На тех бы челебасов сначала. Без голема. А где их голем? А вон он. Так, вот эти следующие челебасы. Че, я не могу их выбрать как цель. Почему? Тихо. И так держать, да? Все, теперь могу. А, газлутаем. Так, осталось тут чуть-чуть. Блин, я уже столько времени трачу на одну локу. Капец. Кошмар. В принципе, тут немного челиков. Вот это, конечно, пещера они выкопали. Как они такие мелкие выкопали столько пещер? Гоу. И что? Почему я не могу попасть? Почему я не могу... Что? Не слишком далеко. О. Да, я не попал. Привет. Привет. Раз и гоняй. О, привет. Постараюсь быть милосердным.
пока не поздно. Окей. Гонек забайтся. Голема хочу отдельно убить. Я справлюсь. Я справлюсь. Ты сам напросился. Вообще не попадает. Давай не мешкать. Ладно, голем забайтился. А помогите. Можно не надо. Вот зачем они лезут. Пожалуйста, попади только. Найс. Найс джоб. Приди и возьми. Тебе помочь? Да, было бы неплохо. А мы все еще живы. Что-то вообще не помню этого места. Вот вообще. Так, окей. F5. Неплохо. О. Сундук. Хочу трофей. Трофей хочу. Так, ну что, может быть в next? Я уже задолбался. Реально, реально. Так, стоян. Блядь, опять пауки. Сейчас сдохну. Опять пауки, я их и так боюсь. Они, блин, они тут по КД. О, ведет куда-то. Черт. И ушел. Это что? Это они типа боятся? Или что это? А чё? А чё они уходят? А чё они убегают? Алло? Так может получится их скипнуть? Надеюсь, да. Типа сейчас будет с кем-то диалог и нас всех переместит. А чё они уходят? О, сохранение игры. Спасибо. Давайте с кем-нибудь диалог. И, короче... Будьте начеку. Так, они меня не видят. Это что такое? Генлокомиссар. Комиссар. Пауки. Пауки. Ладно, бежим обратно. Тут делать нефиг. Гуля летит, баба летит. Как будто и не трогал. А тут всю карту нормально открыл. Да, здесь все норм. Вот смотрите, тут типа такая нормальные ходы и бац. Все перекрывается, идут типа катакомбы. Или это типа ниже обычных? Что вряд ли, конечно. Так, окей. А, это так медленно. А если я выйду? На меня тут будут нападать пауки? Может просто сделать так? Бегут. Ну, типа вот тут вот пауки просто уходили наверх. Так, окей. Готово. Идем все по той же стратегии. Где эти дебилычи на пауках?
Ой. Паутина. Help. Help. О май гуднес. А хил? Это уже слишком. Пипец. Прости. И не дали умереть. Направь меня. Вот это нужно эссенцию лириума попить. Блин, Вин убили. Надо ее сейвить. Типа не понимаю, как работают эти враги. Ах, да чего же ты смешной? А вот и ваши проблемы. Я уже не так проворна, как прежде. Три паука, просто мерзость. Это пипел. Так, ну ладно, го, чуть-чуть ближе встанем. Сюда. Еще сюда будем байтить их. Там эмиссар, блин, дебильный. Отсюда я его смогу убить? Сейчас, может, с инвиза ему дэмэдж нанесу. Так, не успел в 5 нажать. Так, вот отсюда я могу успеть, да? Так, на девяточку. Дела убить. Берегись! О, вообще нормальный дэмэдж. Гони их! Так, ладно. Отлетаю назад чуть-чуть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Помогите! Что там, эмиссар, что ли, восстанавливается? Так, чё ты встал, дуринка? Короче, вот единственный минус, это когда вот просто мои начинают просто стоять, а враги начинают бить те, кто сзади стоит. Я справлюсь. Получается какая-то фигня. Окей, аптечки есть. Четыре... О, немножко аптечек. Блин, вот ей бы аптечку юзнуть. Может, еще одну. Понял. Понял? Нельзя. Окей, F5. Надеюсь, я очень близок. Потому что я устал по этой локе бегать. Прям вот хочу реально, чтобы уже закончилась эта локация с тупыми гномами. О. Мне тут что-то надо. Павук. Так, хлопа нужна. Хелп. Ми. Сейчас будет забавно. Ты просто стоишь, Алистер. О, это какой-то еще суперсильный. Так, если он будет стоять, он пойдет нахрен. Тупой Алистер. Реально.
Вот это очень классно. Ох, я для этого слишком стара. Постарайся не выглядеть чересчур неуместно. Так, у меня есть большая же хилка. Это так стесняет. В атаку! И куда он? Он типа ХП восстанавливает себе. Я тебе нужна. А вон он. Раз и готово. Окей. Это нам дало немножко восполнить силы. О, нет, я Алистера поменяю реально. Куда бежит эта хрень? И куда она делась? Что происходит? Почему это так сложно? Как пожелаю. Голова кругом. Верно. Дай, смотри. О, звезды. Почему это так сложно? Прям очень сложно. Пауки, имба какая-то, я не знаю. У меня еще хилок нет. Фак. Короче, сейчас еще один трай. Не получится. Я поеду, ну, пойду за хилками. И потом опять сюда вернусь. Так, а где все? Давайте вот сначала вот этих убьем. Покончим. Вы издеваетесь. Ах, ничего не смешно. Ты сам напросился.
Ну, короче, это, наверное, был этот трай. Но это все, это ГГ. Это Unreal. Супер нереально дальше идти. И опять я застрял в этих катакомбах. Я супер расфармленный. И я не могу в этих катакомбах ничего сделать. Короче, я сейчас пойду поменяю, короче, шмотки Алистера на, короче, того гнома. Приодену, короче, гнома. Возьму его вместо Алистара. Потому что Алистара что-то, я не знаю, все уже какой-то дурачок. Не бьет, не защищает, ни хрена не делает. Куплю хилки, ну... Все нужное для хилок. Сделаю хилки еще, целебные припарки. Вот. И вернусь сюда. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.